Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца? При современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария, за Москворечье трое везли, хоронить одного. Все, и шофер получил увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал. Громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник лоб лобызал и брезгливо плевал. Все приложились, а скромный покойник так никого и не поцеловал. Грянул гром, ничего не попишешь. Силами природы на речи плевать. Все побежали под плиты, под крыши. Только покойник не стал убегать. Что ему дождь, от него не убудет. Вот у живущих закалка не та. Ну а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает ярлык, как отметка на лбу, и ничего тебе не угрожает. Только когда ты в дубовом гробу. Можно в отдельный, а можно и в общий. Мертвых квартирный вопрос не берет. Вот молодец, это самый усопший, вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней, в этом обществе строгом, нет ни опасности, нет ни тревог. Ну а у нас все мы ходим под Богом.